ничего. Конечно. Почему не остановились на требования мужчины? Потому что пьяный за рулем. Я только что сейчас вышел. 15 суток просидел, ебать, потому что не хотел останавливаться. Думал уехать. Куда, на месте находимся, все. Документы есть при себе? Нет, конечно. Машина чья? Моя. Как звать-то? Роман Равкатович, Байгут Роман Равкатович. Роман, а сколько, когда лишили тебя? Меня лишили, короче, сейчас скажу, короче. 30.05, короче, 2011 года. На сколько лишили тебя? На 1.5 года, короче. Первый раз лишили? Да, буквально сейчас, короче, право получаю, короче, через месяц идет. Ну а зачем опять сел за руль-то повторно, тем более лишили? Ну потому что, ну, вы поехали, короче, он тормознул меня, короче. А что мне заводил? Я только сейчас вышел, я короче. Сел-то за руль вообще зачем в таком нетрезвом виде? Ну, сейчас я нормально ехал. Выводы никакие первый раз не сделал? Нет, конечно. Никак не повлиял, да? Да. Так как... и будешь пьяным ездить дальше? Нет, сейчас право получу, короче, уже там другая тема уже. Другие планы, да? Другие планы, да. Да, другие планы уже. Понятно, на машину вообще Светлана, 938, Харитон, Елена, 86. Сейчас запишем документы. Я знаю, что уже нет. Число и месяц нет рождения. 30.07 этого года. Прописан по какому? 30 побед, 20 побед. Андрюш, ты тогда его пробьешь, а я тебе передам. Да. Кто нужен? Адвокат нужен и медицинский доктор. А для чего адвокат? Адвокат для того, чтобы защита, а медицинский доктор для осмотрения. А что с вами случилось? Ну, немножко спина болит, ноги болят, короче. В связи с чем? В связи с тем, что я упал, короче, вот об асфальт, короче. Не могу вообще. Состояние, короче. На ВС никак не могу поехать. Это уже там. С машины не приходили. То есть вы ищете вариант для того, чтобы избежать заключения административного? Да нет, я уже 10-й раз. Исключение я не избегаю. Просто 10-й раз вы в ВВС идете? Да. А когда вышли последний раз? Вот только вот сегодня 6 декабря. И сколько вам дали последний раз? 15 суток. То есть максимально отсидели? Да. И опять на 15? Да. Нравится там? Думаю. Хорошо. То есть не против отдаете? Не против. О, кстати, чипсы, нихуя прикольно. Че пьёте, Роман? Мне нужен адвокат. Пил я? Я много еще пил. Че теперь? Не, сейчас что ты пил? А ты кто? Адвоката я жду. Все. Исключительно важно. Адвокат, медицинское исследование. Все. Есть вопросы? Ну и все. Какой сотрудник? Он камеру включил. Он камеру выключит, я что-то буду говорить. Он камеру включает, я молчу. Ты там пайпи, да? Что? Кому? Да никому! Не все равно вообще, на привет, на до свидания. Вообще, мне по жизни сейчас дадут, мне вообще не все равно. А я знаю, что мне, я знаю, что мне светит. Что тебе светит? Да что я тебе буду говорить, ты кто такой вообще? Что тебе должен говорить?
Ну тебе не стыдно вот так вот каждый раз попадаться пьяным, Роман? Еще. Неужели все так море по колено так? Да, вот, вот прикинь, море по колено. А если вот врежешься в кого-нибудь, погибнут люди, и ты в таком состоянии? Ну ты прочти мою засе. Хоть раз было такое все? Ну, сто раз не было, прежде раз чего, ты что-то говорить, сначала выясни, а потом раз говори. Раз на раз не приходится. Ну, раз на раз не приходится, да, базаров нет, старший сержант. Старший сержант. Ну, когда будет, тогда да, базаров нет. Я отвечу за все. А пока нет его, я не могу ответить. А для чего он это? Для чего это? Да. Вот смотри. Доказать кому-то. Вот смотри, вот сейчас я пьяный попался, да? 15, трезво попался, 15 лет. В чем проблема? В чем проблема? Ты говорят, если ты пьяный собьешь, ты уедешь вместо ДТП, правильно? Я тебе объясняю сейчас по сути вообще так, а не по реальности. Говори, ну, действительно.